В 2020 году по программе «Енбек» 1746 человек или 574 семьи переехали в область из трудоизбыточных регионов. 27 семей обрели новый дом в Аккаинском районе. Местные исполнительные органы предоставили людям жилье и оказали помощь в трудоустройстве. Мы курт тургандарыңызды мынау біздің үйіміз программамен алынған, мына екі спальня, бір кухня-студия, мына спальняда қыздар мектеп сабаққа дайындалып жатыр. Нурлан Ибрагимов переехал в село Астраханка из Жамбылской области. Он получил грант в размере 530 тысяч тенге по госпрограмме и начал развивать овцеводство. В настоящее время у них с супругой 18 овец. Семье предоставили новый дом. По словам главы семейства, в нем были недоработки, но проблему устранили вовремя. Нам дали новый дом. Две спальни, кухня и зал. Дом отремонтировали, провели водоснабжение. Переехали с четырьмя детьми. Жена работает, я занимаюсь разведением овец. Сейчас в доме очень тепло. Были недочеты, но приехали подрядчики и все устранили. В зиму идем без проблем. Майра Шалшибаева с семьей переехала из Шуйского района Жамбылской области. Сегодня они обеспечены работой и новым жильем. В настоящее время в библиотеке работает глава семьи. Мы переехали из Жамбылской области, нам дали дом и деньги моего мужа взяли на работу в библиотеку. В нашем доме были недостатки, все устранили. В прошлом году в Аккаинском районе построили 32 дома, трудоустроено 18 человек. В этом году сдадут в эксплуатацию еще 52 дома, трудоустроено 25 человек. Всего в Аккаинский район переехали 27 семей. В настоящее время 5 из них проживают в собственных домах, еще 5 в арендованных. 2 семьи на время приютили родственники и 15 семей переехали в новые дома. В селе Астраханка построено 7 домов, сегодня здесь проживает 7 семей. Все они заняты, сегодня провели воду. Сейчас подрядчик устраняет неполадки за свой счет. Сегодня дома теплые и хорошего качества. В будущем еще 72 семьи планируют переехать в Аккаинский район. Для них также будет построено новое жилье. Наталья Итова, Нурбол Болгабеков, Адиль Нуржанов, служба новостей.